Привет всем автомобилистам! Сегодня мы тестируем топовую модель бюджетной линейки навигаторов Garmin – Nuvi 50. Попутно не обойдем своим вниманием 30-ю и 40-ю модели новой линейки производителя. Различие по сути одно – диагональ экрана. Как всегда, мы проверяем навигатор по трем категориям – комплект и держатель, основные и дополнительные функции. Максимальная оценка 5 баллов, меньше – значит чего-то не хватает. Комплект. Вместе с навигатором в коробке нашлись автомобильная зарядка с Г-образным штекером и держатель, состоящий из двух частей. Если вы купите навигатор у нас, то бесплатно получите карту памяти, пленку на экран и множество других подарков. Чтобы узнать подробности, звоните по телефону на экране или заходите на globex-gps.ru. Держатель всегда был одним из главных преимуществ Garmin. Навигатор вставляется в зажим, а уж затем к нему крепится присоска. Устройство легко вынимается, так что о ежедневной мороке с настройкой положения можно забыть. А вот зарядку упростили. Теперь она крепится не к держателю, а непосредственно к навигатору. Хорошо, хоть не изменили форму штекера. За счет нее провод можно расположить так, чтобы он не путался под руками. Итого 4 балла за упрощенный держатель и небогатый комплект. Основные функции. Корпус навигатора выполнен из черного матового пластика. Лишь по торцу идет глянцевый кант. Вместо прорезиненного покрытия с обратной стороны – гладкая поверхность. Немного скользит в руках. Диагональ экрана напрямую связана с индексом модели. 3,5 дюйма у 30-ки, 4,3 у 40-й и 5 дюймов у тестируемой 50-й модели. Отличается и разрешение. У младшей модели 320 на 240 пикселей, у старших 480 на 720. Экран во всех случаях резистивный. Реакция на нажатие хорошая, а благодаря матовому покрытию и высокой яркости картинку будет видно даже на солнце. Кнопка включения сверху, слева гнездо для карточки microSD. Внизу выемки для установки в держатель, мини-USB для зарядки и синхронизации с обратной стороны. Здесь же и динамик, достаточно громкий, так что не подведет. Внутри встроенный аккумулятор, емкости хватит часа на 2 автономной работы. Интересно, что различия в экране никак не повлияли на этот показатель. Меню классический Garmin, простое и удобное. На стартовой странице две большие кнопки «Куда» и «Карта». Первая служит для расчета маршрута, вторая показывает карту. В большинстве случаев можно ограничиться только ими. И маршрут построят, и проведут по нему как можно быстрее. Изменений по сравнению с предшествующими моделями немного. Например, при работающем навигаторе нажатием кнопки включения можно отрегулировать уровень подсветки. Внутри собственные карты Garmin с возможностью бесплатного обновления. Подробная карта России актуальна для большинства населенных пунктов. При желании можно загрузить дополнительные карты, например, топографическую. Поддержки пробок не наблюдается, совсем. Вот это не очень хорошо. Раньше даже в самых простых моделях Garmin можно было подключить приемник пробок, даже если его приходилось докупать отдельно. В новой бюджетной линейке такая возможность отсутствует. Похоже, производитель отключил ее специально, чтобы поддержать спрос на более дорогие устройства. Ход понятный, но не совсем честный, как мне кажется. Итого 3,5 балла. Все бы хорошо, но пробок нет. С этим придется смириться. Дополнительные функции. Как и другие гармины, Nuvi 50 обладает завидными способностями в области поиска. Не только адресов, но и магазинов, парков, отделений полиции, аптек, достопримечательности, гостиницы, банки и многое другое. Предусмотрена функция голосовых подсказок. Они довольно громкие, к тому же проговаривается улица, на которую вы поворачиваете. А вот большинство других функций, хорошо знакомых пользователям более дорогих моделей, попали под нож. Все для уменьшения цены. Ни Bluetooth, ни FM-трансмиттера, ни аудио-видеовыхода, ни телефона, ничего этого нет. Хорошо, хоть осталась база камер скорости и радара. Помимо информации об их расположении, выводится и доступный лимит скорости. Итого 3,5 балла. Дополнительных навигационных функций почти нет. Пришло время подвести итоги. Средний балл Garmin Nuvi 50 – 3,7 балла. Бюджетная линейка потеряла довольно много, начиная с возможности подключения зарядки к держателю и заканчивая пробками. По сути, в моделях представлен лишь базовый функционал. В
Впрочем, это не мешает их использовать, особенно если вы решили сэкономить. Более подробную информацию вы можете получить по телефону на экране или на сайте globex-gps.ru. И помните, если навигатор не понравится за 20 дней, мы вернем деньги. Удачи!